суд, 4 серия, участок Владивосток, Крым, движение на запад. При проезде через Тюмень по непонятной для меня причине на привале при перемещении видео на внешний жесткий диск я увидел, что очень много битых файлов. То есть, проезжая через Тюмень, почему вышел из строя видеорегистратор, я не знаю. Попытка восстановить эти файлы другими программами не увенчалась успехом. В общем, файлы потеряны безвозвратно. Я для того, чтобы как-то сохранить целостность видео, добавил вместо битых файлов немного, частично, файлы бокового видеорегистратора. Там видно город Тюмень, здания, постройки. Ну вот, вот такая вот неприятность, вот такая вот ситуация.
камера на скорость и на полосу. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Thank you.
Введи мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60.
Впереди город. Ограничение 60. Впереди город. Ограничение 60. Ограничение 50. Впереди город. Ограничение 60. Красивые дома были с противоположной стороны. Слева пойдет по правой стороне. Экскурсию по городу.